На днях Первый канал анонсировал долгожданное шоу Ксении Собчак. Ведущая утверждает, что «Док-Ток», так называется шоу, абсолютно новый формат, и такого никто не делал. Первый канал обещает истории, достойные экранизации, и никаких криков и разборок в студии, вдумчивое обсуждение темы. Однако телеканал RTVI обвиняет Первый в плагиате. В сентябре прошлого года на RTVI вышло шоу «Док-Ток». Похоже, не только название, но и формат – человеческие истории. И ведет его тоже пара ведущих, только не Ксения Собчак и Александр Гордон, как на Первом, а Никита Тихонов-Рау и Ольга Орлаускас, супруги, снимающие остросоциальные документалки. На RTVI шоу злободневное, проблемы российской глубинки, дети-сироты, инклюзивное образование, волонтерство, а какие темы будут обсуждать на Док-Ток от Первого канала, пока судить сложно, премьера пройдет 10 февраля. Есть информация, что шоу будет посвящено делу футболистов Кокорина и Мамаева. А как вы думаете, новое шоу станет очередным аналогом «Пусть говорят» или затронет действительно важные проблемы?